Участники антинаркотической комиссии и городского совета по организации взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории Заречного на совместном заседании рассмотрели четыре вопроса. В частности, собравшиеся обсудили уровень и структуру преступности в нашем городе. Немалую долю тяжких и особо тяжких деяний составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В сфере незаконного оборота наркотиков за 2017 год на территории Заречного было зарегистрировано 37 преступлений, в 2016 – 35. Суть направлена 16 уголовных. Эффективно бороться с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков можно только сообща. В Заречном работает межведомственная система профилактики. В нее входят не только представители правоохранительных органов и медико-санитарной части. В процесс включены департаменты социального развития, культуры, образования. Их сотрудники стараются обеспечить максимальную занятость детей и молодежи, оказывают психологическую помощь тем, кто находится в группе риска. Стараемся, чтобы конфликтные ситуации дома, в школе, они не вывозили детей на улицу. Не всегда на 100% получается, но общими усилиями мы многих удерживаем, могла быть ситуация и хуже. Участники заседания также обсудили меры профилактики мошенничеств. По состоянию на 15 марта 2018 года на территории Заречного зарегистрировано 12 случаев обмана горожан. 10 из них совершены бесконтактным способом – по телефону или через интернет. Именно из-за этого найти преступников достаточно проблематично. Процент составляет достаточно низкий, так как происходит, сами фигуранты находятся в различных регионах нашей страны, и их розыск, скажем так, затруднен. Представители правоохранительных органов отмечают, теперь на удочку мошенников попадаются не только пенсионеры, но и люди средних лет и молодежь. Собравшиеся обсудили, как повысить эффективность профилактической работы с населением. Кроме этого, участники совещания рассмотрели возможности использования технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в обеспечении общественного порядка. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».